Пугачева вернулась к оставленному мужу. После триумфа в Минске Алла Пугачева вернулась в Москву. Примадонну сняли рядом с молодым мужем. Алла Пугачева 2 ноября феерично отыграла концерт в столице Белоруссии, посвященный своему юбилею. В апреле артистке исполнилось 70 лет. Она решила отметить круглую дату сольником в Кремлевском дворце. Отдельные билеты на выступление именинницы подскочили до немыслимых высот, что породило скандал. Впрочем, даже это неприятное обстоятельство не помешало Примадонне обеспечить себе аншлаг. С шумом прошел и концерт в Минске. Выбор города звезда пояснила прямо со сцены. Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец, и я всегда считала эту страну родной. После такого откровения и выступления Примадонна была обречена на успех. Впрочем, надолго в Минске она не задержалась. Пугачева уже в Москве, а артистка воссоединилась с молодым мужем, шоуменом Максимом Галкиным. На своей странице в соцсети Instagram супруг Примадонны опубликовал видео, которое снял в автомобиле. Максим запечатлел себя и Аллу на заднем сиденье. В ролике Пугачева посмеивается и говорит: «Мы едем, едем, едем». Поклонники предположили, что супруги решили выйти в свет. На такую мысль их навел внешний вид артистов. Максим Галкин нарядился в белый пуловер и клетчатый пиджак, а Алла Пугачева предпочла черную кофточку, красный пиджак и дополнила образ темной шляпой. Отметим, что в Минск Примадонна ездила без своего благоверного. У юмориста были запланированы гастроли, которые он не мог отменить. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Хотелось выбросить телек от такой пропаганды. Украинцы плюнули на могилу Задорнова. Мне было страшно об этом сказать. Ольга Бузова впервые о домашнем насилии. Обманувшему Путина Зеленскому поставили ультиматум. Немедленно на Украине потребовали вывести российские войска из Крыма. И многое другое.